Почему не позвонить и не сообщить, что в беде эти дети-то находятся? Почему мы проходим мимо? Виноваты здесь будут не только вот эти родители и эти дети, но и все мы, кто мы это видел, мы прошли мы мимо. Поэтому, конечно, давайте не будем равнодушными к тому, что происходит вокруг нас.